Только добро. Только добро. Только добро. Только добро. Я такой же, как и все. В год и два месяца мне поставили диагноз ДЦП. С этого момента я постоянно проходил реабилитацию. Родители меня поставили на ноги. В седьмом классе я стал учиться в школе-интернате, где активно начал заниматься спортом. В десятом классе я начал заниматься настольным теннисом, и по настроению тренера я решил поступить в ГУФСПИД. После окончания вуза я планирую заниматься реабилитацией детей с детским церебральным параличом. Я считаю, что лучшие вещи в жизни бесценны. То есть это те вещи, которые нельзя купить. Любым детям. И та работа, что они могут дать. Только добро, только добро в сердце твоем. В сердце твоем.